Ребята, если бы вы знали, как иногда сложно даже через знакомых найти вот такой вот мешок монет. Итак, сейчас будем перебирать 1000 монет номиналом 5 рублей. Ну и дырочка. Какая-то квадратная дырка на перьях орла, это вообще. Так, ну что, ребята, я закончил считать. Значит, сюда я сложил, значит, 2016-2017 года 5 рублей, а остальное вот там по годам. Больше всего, вот видно, 97 год и 98 год, здесь по два двора. Очень удивился, что нет 2015 года. Сейчас буду разбираться, сейчас буду загонять все данные в таблицу. Очень удивился. Так, ну что, вот весь мой урожай, в принципе, небольшой, но кое-что есть. Значит, вот это мне была интересная монета. Она оказалась таким бараком. У нее канта нету. Ну так себе. Так, вид 2012, все это. А так, что мне еще было интересно? Вот тоже какой-то интересный брак. Засорение штемпера. Не знаю, отложить или. И еще что сделать. 97 год. Московский двор. Дальше. Что еще мне было интересно? Вот, самое первое, которое мне попалось с вот таким вот браком. Ну, не знаю, было ли это сделано на монетном дворе. Возможно, было. А возможно, где-то заживало. А может, кто-то и пошутил. Потому что... Да, возможно, это брак. Просто попался, тоже как засорение штемпеля, что-то попалось такое. И... А может, и нет, не знаю. Кто-то, может, испытывал на прочность. Так, дальше. Мне вот что понравилось. Какой-то у нее особый... Вот. Шлифовка такая особая у нее. Пятерка сама нормальная, а вот шлифовка. Вот шлифовка видно даже. Какая-то особенная, что ли. Такой лист попался, заготовка такая попалась. Разновидность я эту не знаю. Ладно, отложу. Дальше. Вот, современный 2017 год. Вот у него такое качество. Тут даже видно наплывы над словом рублей. Ну, это не совсем наплывает, просто такое качество заготовки. 17 год. Но есть качественное, есть не очень качественное. Тоже отложу. Дальше. В этот раз не обошлось без интересных разновидностей. Вот смотрим 2008 год. Санкт-Петербургский монетный двор. Видно. 2008 год. А теперь смотрим на вот эти разновидности. Так, здесь у нас пятерка мелкая, здесь крупная. То есть это слева монета, это для примера я показываю. Вот здесь бутон примыкает к канту, а здесь бутон он буквально утопает в канте. Это даже видно. В этом-то и есть особо такое различие. Вот видите, утопает к канте бутон, а это примыкает к канту. То есть это и есть разновидность. Я в интернете смотрел, стоит всего 600 рублей, то есть не более. Итак, вот это то, что я отложил. Это у нас 2016 год, 4 монеты. Я обратил внимание, здесь немножко есть различные гурты, но хотя я не уверен, потому что бывает изнашивается гуртильный аппарат. Но зато и здесь есть две незначительные разновидности. Они часто встречаются, одинаково встречаются, я бы сказал так. Вот. Тот же бутон, который касается канта. И вот эти две монеты 16 года, тоже как и те. Здесь бутон утопает в канте. Я выбрал две одинаковые здесь и две одинаковые здесь. Это 2016 год. Вот даже у них гурты разные. Две одинаковые слева и две одинаковые справа.
Ну, почти. Может быть, различия по городам тоже есть. Но не буду точно утверждать, потому что бывают такие нюансы. Нужно в это вникать. Так, ну и я обещал данные завести в таблицу по погодовка и статистика. И сейчас вам все расскажу. Ну вот, в общем, табличные данные, все, которые я загнал. Слева таблица у нас идет по порядку, по монетному двору, видно, да, 2007 года по 2017. И справа это у нас распределение, каких монет я не нашел, каких нет вообще. В серой зоне это, которые, как бы, я выделил, которые исчезают, на мой взгляд. Все остальное, как бы, их много, их можно пока не собирать. Итак, анализируя данные, понятно, я не нашел 2002 год, потому что эти монеты только в наборе. 2003 год я даже и не надеялся найти, понятно, это раритетная монета. Почему-то не нашел 2009 год, магнитную Санкт-Петербургского монетного двора. Может быть, потому что регион Москва, а, наверное, этих монет много в Питере. Дальше, 2013 год, понятно, она не часто, это и так было известно. 2015 год. Ноль монет нашлось. Если кто-то был подписан 2 года назад на мой канал, он помнит мое видео, вот отрывок. 5 рублей 2015 года я нашел аж, как мы видим, 6 штук из 1000. Как вы видите сами, я нашел тогда в 2016 аж 6 монет. Уже можно сделать выводы, что эта монета не часто является. Нельзя сказать, что она редкая, потому что она еще в регионах встречается в обороте. Почему произошло то, что монет мало? Почему? Не знаю. Не уверен, хотя могу рассуждать, что и был кризис в 2015 году после санкций 2014. Второй фактор – переход со старого штемпеля на новый. Ну, со старого герба на новый. Ну, 2009 года Санкт-Петербургский монетный двор не магнитный, 2 штуки нашлось. Тоже, да, о чем-то говорит, монеты исчезают. То есть, тоже. Будет нечасто в перспективе. Все остальное в серой зоне, ребят, это на ваше усмотрение. Хотите, отбирайте из оборота, хотите, не отбирайте. В принципе, все, не буду долго рассуждать. Делайте скриншоты, это будет вам табличка полезная. Я сам иногда возвращаюсь к этим данным для анализа. На сегодня все, думаю, я свою задачу выполнил. Ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось. Я выслушаю критику конструктивную и всем пока.